Всем привет, дорогие друзья, с вами Шпиль, мы играем в Ассасин. Эта игра не требует интернета, кстати. Здесь нужно кого-то убивать, и чтобы не попасть. Два из двух, третий левел. Давайте посмотрим третий левел. Loading VIP Assassins. Stargame. Не знаю, что такое за VIP. Так, где там? Опа. Чувак услышал. О, блядь. А, ну все. Просто резанули, и все. Интересный такой. Старт левел. Блядь, сейчас прибежит нам. Вот мы его сразу зарезали. Пятый левел, в принципе. Может быть, еще позже. Быстрее, 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 мы его прям бэмс. Блин, кстати, я даже не знал, что спалит. Опа-на. То есть, в принципе, спалит, ничего страшного. Главное, чтобы они не попали в меня. А ты обижал его, хлюп, сзади, и все. Ну, здесь быстро надо, короче, было всех ловить. Давай-ка, 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 сзади, 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 бамс! Изи, изи-пизи, лемон-сквизи. 45 баксов. Кстати, здесь удается на сколько? На 200? Нет, мы просто ассасина улучшим. Блин, а с этой стороны? Смотри, как он идет. Не услышал, что ли? Братан, на тебя, догнал. Догнал его. Просто бежит такой, а сзади, я не знаю, у него какие-то там ботинки специальные, которые бесшумные. Я думаю. Ух ты. Я прям впереди в него аж зарезал его. Ха! Из-под угла прям. Из-под угла достал его. Так, что дальше? Ух ты, бонус левел. О! Нифига себе. Вот это жесткий он. Просто всех сразу убивает. Старт. Так, ладно. Ух ты. Из-под угла прям. Та-да! Все, братан, тоби крандец. Ничего не скажешь. Старт левел. Ну так давай-ка. Куда не пойдет? Куда он пойдет, интересно? Опа, они друг друга прикрывают, смотри. Ага! Блин. Кстати, даже не попал, что ли, по меня? Сейчас они вообще смогут попасть когда-нибудь. 4 человека уже. Она. А, она из-под угла прям. Ага. Ты чё? Ха-ха. Куда побежал-то, а? Ну, тычки, это вообще. Хотел убежать, называется. Надеюсь, то, что можно спалить. О, все равно красный стал, все равно, смотри. Красный-красный, все-таки 3 раза попали по нему. Можно, чтобы тебя попали. Оху, двоих. Ну-ка, из-под угла, иди сюда, ты че? Бок его прям. Все, шеи нету, башки нету. Не знаю, что там. Так, ну-ка, давай-ка. Спрятался. Ух ты, блядь, весь красный какой. Блин, почти убили его. Ну ладно, там не минусует то, что он красный.
Вот этот штраф нет. Если ты умер, так умер, я так понял. Попали, смотри-ка. Из-под тишка такой. Куда ты, а? Куда побежал, называется? Во, мы можем. А, давай к рандом. Стандартный, а это у нас блокированный. Плюс 10 к скорости. Ну давай его поставим. Давай-ка. Ох, прям сразу двоих. С этой стороны, ну-ка. Ух ты, он быстро бегает, смотри-ка. Классно, такой чел. Сейчас бонусный уровень, наверное, будет, да? Или следующий. Пусть давай-ка. А никто не спалил, смотри-ка. Ох ты, прям моментально, моментально решил проблему. Бонусный уровень, давай-ка, давай-ка. Ох ты, всех 30, прям 300. Ну, конечно, что же еще можно-то? Так, уже по 5, смотри-ка. Ух ты, блядь. Ух, убил, смотри-ка. Старт. Прячемся. Ух ты. Прячемся уже, смотри-ка. Ох. Такой типа из-под тишка. Не. Изи пизи. 5000 следующий, прикинь, рандом. 5000. Ко! Все, красный вообще. Ладно, ребят, в принципе, игрушка прикольная. Если вам понравилась, она без интернета, не требует интернета. С вами был Швили, до новых встреч. Пока.